Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретились на форуме «Глобсек-2023» в столице Словакии Братиславе. В рамках мероприятия состоялась дискуссия сторон на панели «К мирному будущему. Новый рассвет для Южного Кавказа». Стороны обсудили азербайджано-армянские связи и мирный процесс в регионе. Хикмет Гаджиев, напомнив о результатах Второй Карабахской войны, отметил важность принципа уважения территориальной целостности и обратил внимание на то, что неважно, где ведутся мирные переговоры, имеет значение тема обсуждения. Армен Григорян заявил, что Армения поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но самым большим вопросом между Баку и Ереваном является карабахский вопрос. По его словам, в вопросе делимитации Армения предложила взять за основу карту 1975 года, а согласие на создание коридора на своей территории Армения никогда не даст. Хикмет Гаджиев в ответ заявил, что хотя Армения признает территориальную целостность Азербайджана, но при этом направляет оружие в Карабахский регион Азербайджана, где все еще находятся армянские военные. Говоря о делимитации границ, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает взятие за основу Алма-Атинской декларации 1991 года. «Мы должны взять в свои руки мирные инициативы в регионе. Мы предложили формат Азербайджан-Грузия-Армения. Что касается открытия транспортных линий в регионе, приглашения каких-либо сил для обеспечения безопасности азербайджанского населения, проезжающего через территорию Армении, – дело самой Армении. Об этом говорится в трехстороннем документе, подписанном между Азербайджаном, Россией и Арменией», – заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана.